Всем привет, друзья! Вы на канале Мобильный мир. Скоро закончится 2021 год, и многие из нас захотят что-то поменять в своей жизни в лучшую сторону. И это правильно, поскольку весь мой канал так или иначе пропитан идеей упрощения своей жизни и оптимизации своих сил с помощью гаджетов и программного обеспечения, я решил подготовить для вас сравнительную подборку электронных календарей. В далекие годы люди пользовались бумажными ежедневниками на постоянной основе, кто-то и сейчас остается приверженцем бумажных записей. Однако это не слишком удобно, поскольку бумага не умеет делать напоминания и создавать повторяющиеся задачи. Электронный вариант куда более современный, а самое главное бесконечный и бесплатный. Важное уточнение, если у вас нет частых встреч, то календарь вам не нужен вообще, достаточно скачать какой-нибудь планировщик типа Microsoft To-Do или Todoist и вести все свои дела там. Но если у вас в жизни больше событий, чем конкретных задач, то календарь будет самым крутым решением. Итак, начнем с пятого места, это Apple календарь, и главное преимущество этого календаря, я считаю, дизайн. Он очень красивый, и вы наверняка захотите его опробовать, если являетесь пользователем операционной системы macOS. Однако на других системах его тоже можно использовать с помощью браузера. И естественно, Apple календарь является базовым для iPhone и iPad. Календарь от Apple позволяет просматривать информацию за день, неделю, за месяц и за год. В календарь можно добавить события из календарей других производителей, что очень здорово, если у вас рабочий календарь отличается от домашнего. Большой минус Apple календаря – это отсутствие задач и даже напоминаний из встроенного приложения напоминаний от Apple. Тут есть только события. События можно привязать к конкретному календарю, добавить место, видеовызов по FaceTime. Также можно добавить ссылки и какие-то вложения, например, коммерческое предложение, которое вы покажете на встрече. Для не особо требовательных пользователей это отличное решение, простое и понятное. Идем далее. Четвертое место – календарь Mail.ru. Неплохой вариант для людей, которые пользуются почтой на Mail.ru и хотят планировать свое расписание. Внешний вид календаря очень приятен, его как раз недавно обновили. В новой версии календаря, правда, я не смог найти, как изменить отображение дат на день, месяц или год. По умолчанию отображается неделя, хотя раньше варианты были. Календарь от Mail.ru обладает исключительно веб-версией, в отличие от того же Apple календаря, но это не минус, скорее стандартная практика для большинства календарей. Особенностью этого календаря я бы выделил очень простое добавление собственных линий событий или внутренних календарей. Также в системе встроено большое количество всеобщих событий, которые вы можете добавить для отслеживания. Например, православные праздники или события английского футбола. У самого Mail.ru есть сервис с постановкой задач, но, увы, так же, как и в предыдущем календаре, информация об этих задачах не отображается. А так, отличный календарь. Третье место – Яндекс.Календарь. Является частью экосистемы Яндекс.360. Этот календарь очень похож на предыдущий, однако у Яндекса гораздо богаче набор настроек события. Например, вы можете получать от Яндекса уведомления о событиях не только по почте, но и по SMS. Также можете указывать свой статус на период прохождения события – занят, свободен или, возможно, занят. Поля создаваемого события можно добавлять или скрывать, в зависимости от необходимости. В Яндекс.Календарь можно добавлять сторонние календари или создавать свои собственные. Кстати, отображение календаря корректно настраивается – день, неделя, месяц, год. Второе место – календарь от Microsoft. По умолчанию этот календарь устанавливается в почту Outlook, однако доступен и в веб-версии тоже. Отображать события в календаре можно по дням, неделям, месяцам и году. Идеально подойдет для тех, кто активно пользуется сервисами от Microsoft, потому что здесь уже встроены видеовстречи по Skype, почта Outlook, а также онлайн-офисный пакет. И это первый календарь из нашей подборки, который умеет работать не только с событиями, но и с задачами. Вы можете создавать задачи в Microsoft To-Do и переносить их на полотно календаря. Однако тут есть загвоздка. Я твердо убежден, что гештальты надо закрывать. То есть должна быть возможность закрыть задачу после выполнения, но тут этого нет. То есть события от задачи мало чем отличаются. А в остальном очень удобный и приятный календарь на каждый день. Первое
Первое место – Google календарь. Пожалуй, самый удобный и интуитивно понятный календарь из всех, что я встречал. Можно посмотреть события за день, неделю, месяц и год. В правой панели встроены сервисы Google Keep и Google Задачи, о которых я снимал отдельные ролики. То есть в процессе работы с календарем вы сразу можете делать какие-то заметки и создавать задачи. Причем эти задачи будут отображены в календаре. И после их выполнения вы сможете их завершить. Невероятно простой инструмент, который дает Google календарю победу над всеми своими конкурентами. Разумеется, события тоже можно создавать, приглашать в них людей на видеовстречи, прикреплять файлы и создавать описание. Google умело разделяет мероприятия, задачи и напоминания, и с этим очень удобно работать. Кстати, для пользователей Android есть еще один неоспоримый плюс. Данный календарь включен по умолчанию в смартфоны на этой системе. На этом у меня все. Выбирайте понравившийся календарь на вооружение, прогрессируйте и успевайте больше. Пишите в комментариях, что для вас самое главное в электронном календаре. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!